тыква бутылочная или лагинария обыкновенная. Вот такая интересная тыква произрастает на моем участке. Выросла она сама самосевом. Видно, семечко попало как-то у меня в цветник с розами. И она выросла. Значит, что можно сказать о ней? Эта тыква обладает необыкновенной силой роста. Просто мощнейшей. Вот она у меня здесь растет на вешалке. Я ее обрываю со всех сторон. Но она в течение следующего дня опять нарастает. Цветет она вот такими нежными белыми цветами. Эти цветы распускаются, когда начинаются сумерки и ночью. Вот сейчас раннее утро, они еще есть. А днем они закрываются. Поэтому у этой тыквы есть проблемы с опылением. Нужно самим опылять, чтобы зародились плоды. Потому что ночью опылителей нет. Что можно о ней сказать? У нее еще есть множество названий. Индийский огурец, вьетнамский кабачок, каламбас. Как ее только не называют. Значит, плоды этой тыквы употребляют, пока они еще молодые. Потом, когда они созревают, стенки этой тыковки становятся очень плотными. И ее используют в разных отраслях промышленности. И в древности как посуду использовали, когда еще глиной не пользовались. Музыкальные инструменты из нее разные делают. В общем, очень интересное растение. Если вам нужно вот что-то, чтобы быстро что-то где-то оплело, беседку или забор что-то вот закрыть, вот лучше, чем это растение, нет. Такая сила роста, просто диву вот даешься. Она так и норовит вот этими своими лапками-усиками зацепиться за все, что только можно. Я вот только и хожу целый день и рву, чтобы она розы не зацепила или еще что-нибудь не натворила. Также в пищу ее используют, вот когда молодые растения, в пищу. У нее вкус кабачка, наверное, что ли, она имеет. Даже не могу сказать. Вот такое интересное растение. Но цветы очень красивые. Посмотрите.